Гора Караулаба, ущелье Ада, ну, здесь сакральное место Земли. Здесь ощущаем прилив энергии Земли и тепла. Восприятие ладонями, головой, животом. Самые мощные ощущения идут ладонями и ступнями ног. Притягивает в результате нескольких дней семинара. У меня пошли ощущения, открытие каких-то каналов восприятия. Появилось ощущение силы, полное знание. Когда человек интуитивно, уже вот вопрос возник, и ответ уже есть. Ощутил вроде как вместо нижнего таза вот такой вот большая газовая конфорка, и пошел синий огонь вверх, потом очень сильное тепло в руки. Мы с вами находимся в окрестностях Нового Света и на месте древних поселений тавров Караулаба. Поэтому снизу из земли идет тепло, огонь и одно из мест силы Крыма. Восхождение на вершину горы и встреча с своим духовным наставником. Жали путь наверх, восхождение прекрасно, медитация удалась. Какой-то страх перед высотой. Вадим пришел, уже его присутствие облегчило восхождение. Я понял, что мне надо идти вверх. Страх отпустил. Точка. Удалось учить разрешение войти на гору. Только зеленое свечение. Я ждал каких-то знаков. Один из моих вопросов ответил в облике сердца.